К слову, на фотосессию пришли не только мы чисто сфотографироваться в этот день, вот. Тоже много было деток, которые болели, и вот пришли только сфотографироваться, чтобы была фотография. Ну, знаете, там же и общая фотография будет, вот. И чтобы вот эта общая фотография, она как бы была... Господи, ну, чтобы со всеми детками в классе она была, вот. А не там так, что этого нет, этой нет, там и так далее. Чтобы все детки были на общей фотографии, которые в классе Тамира. Еще я заметила такую фишку. Сейчас в основном ночь, утром плюс 2. Вот, ну, сейчас плюс 6, немножечко потеплело, вот. До этого было, что плюс 2 было утром. И вот тоже, когда было плюс 6, вот сейчас... Она показывает, ощущается как плюс 2. Вот сейчас плюс 6 написано, ощущается как плюс 2. От этого было плюс 6, было написано, ощущается как минус 1. Блин, я вот никак не пойму, не могу понять. Просто плюс 6 это плюс 6, а минус 1 это минус 1. Что значит плюс 6 ощущается как минус 1?